Okay. I'm here. Hey! I made it! Is everything all right? Yeah. You can come up. You do know you have the walkie-talkie, right? Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья! У аппарата Зоди на аппарате Green Hell, зеленый ад. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья, мы начинаем выживать. Давайте, во-первых, ответим нашей напарнице или жене, кто это такая. Так, можешь подниматься. You can come up. Just go ahead. Mm-hmm. I need to find something in my backpack. Что именно? What exactly? The gear should already be at the camp. You will know when the time comes. Patience. Very well. You can catch up, yes? The path leads through that canyon. Mm-hmm. I know. Так. Еще можем что-то ей сказать? Ну, а ты лодку привязала? Have you tied down the boat? Jake, I know this might sound stupid under the circumstances, but I am glad we came back here. Yeah, I feel you. The place is beautiful. Still, we can't forget what we came here for in the first place, I know. But as soon as we're settled in, I am off to the Jabahuaca village. And what if they will not speak to us? Come on, let's not get ahead of ourselves. You're a phenomenal interpreter. If anyone can communicate with them, it's you. Mm-hmm. Good thing I have an anthropologist at hand, Dr. Higgins. Так, ну все, пообщались. Ребята, значит, игра сейчас очень популярна, и действительно, она очень красивая, очень интересная, но при этом очень хардкорная. Все-таки джунгли не зря называются зеленым адом. Здесь все, растения, насекомые, животные, вот абсолютно все хочет убить человека. Ну, давайте попробуем хоть сколько-то дней прожить здесь. Посмотрим, как у нас получится. Я в игру еще не заходил ни разу, специально, для того, чтобы все сейчас было именно в первый раз так. Ага, я не могу его взять. Большой камень я только подобрать в руки могу, но с собой взять не могу. Нам нужно найти лагерь. А такой камешек взять можно. Никакого компаса, никакой карты, вообще ничего подобного у нас нету. Так, палку. Палку мы обязательно возьмем. В любом выживастике палки очень важны. Я слышал шипение. Да, я знаю, что здесь есть змеи, здесь есть даже насекомые. И, по-моему, даже личинки здесь должны быть. А, да, и кроме того, у нас еще есть психическое состояние. То есть, если мы потеряем рассудок, то будет что-то нехорошее. Опа, это что, игуана была? Да где это шипит? Не хотелось бы прямо наступить на змею. А, кажется, мы куда нужно пришли. Отлично тогда. Слушайте, выглядит игра просто прекрасно. Озвучено тоже хорошо. И русский язык теперь есть. А раньше вроде бы не было.
связаться с Мией. Так, я нашел палатку. Okay, I found the tent. Is everything all right? Ну, конечно, не пятизвездочный отель. Spacious interior, luxurious cots, not all that fancy. Oh, and there's a dirt floor. As long as it doesn't leak, I am fine with it. Soul Trail always delivers. At first glance, it looks like we have everything we might need. Perfecto. День второй. Well, that's everything. We're officially settled in. You know what that means, don't you? I remember the agreement, but maybe you should... Maybe we should reconsider this. I'm not sure it's the best idea for you to visit them alone. Cariño, you know I have to do this. It's the only way to make them talk. Oh, don't worry. It'll be all right. Better pick up some wood. Let's have a romantic dinner. Romantic canned beans. Use your imagination. Окей, найти инструмент для рубки деревьев. Сейчас найдем. Здесь есть записка. Давайте посчитаем. Утерянное племя. Это их земля, их наследие, которым они владеют вот уже не одну тысячу лет. Все, кто сюда приходят, должны помнить об этом. Прошло 3 года с тех пор, как мы видели их в последний раз. Они боятся многого, чего не знают. Безумие какое-то, но нам правда нужна их помощь. От них зависит весь наш план. Затерянное племя. Именно для этого мы сюда прибыли, чтобы с ними пообщаться. Сюжетный режим пока что в игре отсутствует, только начало, вот мы прибыли сюда, а дальше чистое выживание будет. И в начале следующего года, в первом квартале 2019, обещают уже полный релиз игры, в котором будет полноценный сюжетный режим. Млекопитающие тропических лесов, безобидные. Несмотря на всю опасность, этот лес хранит в себе столько прекрасного. Множество мелких млекопитающих служат источником пропитания для местных жителей. Богатые протеинами и жирами, они отлично дополняют диету из фруктов и овощей. А, кстати, да, ребята, я в курсе, что здесь нет простого понятия «еда». Здесь еда делится на протеины, жиры, белки, углеводы и так далее. И за всем этим тоже нужно будет следить. Ябахуака. Ябахака. Ябахака – одно из примерно 80 утерянных племен, проживающих в дремучих лесах Амазонки. Они живут в изоляции, потому что боятся жестокого современного мира. Как они нас примут? Они единственный ключ к нашей цели. Пока что, правда, непонятно, что это за цель. То есть, зачем нам нужно это племя? Что еще можно почитать? Древостой, лесной полог, подлесок, подрост. А ни о чем мне это не говорит, если честно. Древостой и так далее. Мачете. О! А что за правая кнопка расширить? Взять, уничтожить. Ага. Другие действия. Так, с помощью C мы можем вызывать... карта? У нас будет карта? В общем, вызываем такое меню. Рюкзак, записная книжка. Изготовить. Ну, рюкзак можно по-другому открыть. Камни у нас есть. Так, вот у нас мачете. 4 штуки можно при себе носить, видимо. Так, палка, палка, огуречек. Получился человечек. У нас есть мачете, прекрасно. Солнечные батареи. Давайте... О, еще мачете. Возьмем. Оружия никогда не бывает много. Лиана всегда пригодится. Типа веревка. Удерживайте C, чтобы открыть колесо действий, выберите записную книжку, затем выберите раздел костры. А, костер. Сейчас, я хочу немного здесь полутать.
лист бананового дерева. Взять. Ага, он у нас большой такой. А можно его порубать на маленькие кусочки? Поднять, уничтожить. Нет. Тогда нам это не нужно. А длинная палка. Поднять. А если ее порубать? Просто палка получается. Но ее уже можно взять с собой. Хорошо. Так, ладно, давайте выберем записную книжку. Так, это у нас крафт таким образом, да? Так, нет записи. Малинерия. Ее длинные листья идеально подходят для изготовления повязок с желтыми цветочками. Так, ее нужно есть. А, можно есть, можно сделать повязку, можно сделать какую-то типа мазь, да? Табак. Противоядием является, с вот такими вот розовыми цветочками. Это все запоминать нужно. Больше записей нету. Макроэлементы, эффекты. Ухудшают максимальное физическое состояние. Известный метод лечения. Орехи. Лучший источник жиров. Плоды – лучший источник углеводов, мяса, протеинов. Пейте только безопасную или кипяченую воду. В небезопасной воде могут находиться паразиты. В джунглях – это само собой. Здравомыслие – эффекты галлюцинации. Известный метод лечения – для улучшения здравомыслия ешьте продукты с натуральным успокоительным. Например, какие? Так, кулаки. 0 из 100 увеличивает урон топоры. 0 из 100. А, это прокачка, что ли? 0 из 100. Топоры увеличивают урон, снижают потребление выносливости. Ножи, копья. Изготовление предметов, разведение огня, кулинария, стрельба из лука, метание, свежевание животных. Рыболовство с копьем. А это, видимо, крафт, да? Но пока что у нас только один предмет, если это малый огонь. 6 коротких палок и 8 палок. Так, как это делается? Ага, вот так вот я выбираю, где его поставить, да? Я могу ходить с этим костром. Допустим, здесь. Создать. Так, короткие палки. Видимо, они у меня уже есть. I can't seem to find a bag or two. Are you sure you brought everything? Yeah, everything the porters left. Why? Is anything missing? I'm not sure yet. But it feels that way. Чего-то не достает. А, ребята, я сейчас не зачитываю субтитры, потому что они сейчас чисто для галочки, то есть сюжетного режима еще нет, так что начало здесь как бы особо и не важно. Сейчас чисто выживание. Сюжетный режим у нас будет в следующем году. Так, короткая палка 3. Раз, два, три, ноль. Ага, ноль это у нас имеется при себе. Так, а какие еще нужны? А я пока не вставлю короткие, я не могу другие ставить, да? Так, хорошо. Как мне наделать коротких палок? Так, стоп. Это что я выбросил? Просто палка. Палка, палка, палка. Так. Так, стоп. Короткую берем. Еще берем короткую. А эти рубим дальше.
Так, все, короткие больше не нужны. Просто палки теперь нужны. Ух, сколько их. Нам даже еще нужно пойти нарубить. Ты смотри. Так, ну вот это срубим дерево, например. Кстати, мачете ломается. Смотрите, справа внизу иконка мачете. И показывается состояние. Так, мы можем ее поднять, отнести сюда, чтобы потом не искать ее там в траве. Так. Что там жена от нас хочет? Ну, я думаю, что это наша жена вообще-то, а может быть и нет. А, можешь принести зажигалку? Well, looks like everything's ready. Mia, can you bring me a lighter? Remember when I mentioned we seemed to be lacking some equipment? Don't tell me. Yeah, we have no fire. Not a single lighter, nor box of matches. We ordered both. Did you check everywhere? I did. You need to do it the old-fashioned way. Well, not the best start of the expedition. Ну да, я бы удивился, если бы у нас были все нужные инструменты, как-никак это выживание. Так, в записную книжку добавлен новый рецепт. Нажмите N, чтобы открыть ее, и выберите раздел изготовления предметов. Окей. Ручная дрель, палка и короткая палка нужна. Угу, понял. Ладно, будем рубить дальше. А можно срубить вот это? Под основание. Нет, судя по всему, нельзя. Так, а это бревно. А, и палки выпали, и бревно. Ну-ка так, бревно оттащим. О, я два даже взял. Могу их по несколько штук таскать. Хорошо. Короткая палка, короткая палка, палка. Для костра огромное количество нужно ресурсов, смотрите. Ух, реально, сколько времени уходит на то, чтобы просто сделать костер и разжечь его. Неизвестный орех. Возьмем. Длинная палка. О, палка. Длинную мы разрубим. Еще орех. Если он неизвестный, значит мы не знаем, как он скажется на нашем здоровье. Вода чистая. Чистая, значит я могу ее пить, да? Так, а как мне посмотреть на наше состояние вообще? Черт его знает. Воу, ты что, не выкидывай. Я не знал, что так можно сделать. Ты смотри. Ладно, попьем водички. Хорошенько так напьемся. Хорошенько. Так, ну слушайте, пока что очень даже интересно. Так, то у нас что? Длинная палка. Порубаем ее. Эту палку. Ага, нет места. Ладно, тогда давайте ее разрубим на короткие. Тоже нет места. Окей, оставляем пока что. Так, мне интересно бревна. Что можно сделать с бревном? Так, бревно на палке рубится и на доску. Доска пригодится, думаю. Окей. Так. Ручная дрель. Палка и короткая палка.
Как мне создавать? Создать? Ага, понял. Что там было? Палка и короткая палка, да? Так. Короткая палка. Ручная дрель изготовить, понял. I need to find something dry. А для ружья костра требуется инструмент и сушняк. Поищите что-нибудь сухое, например, листья, птичье гнездо или волокна. Ну, имеется в виду, труд нам нужен. Это, в принципе, логично. Так, короткая палка здесь была где-то. Возьмем ее сразу, пускай будет. Но потом. Так. Листья. Но нам нужны сухие листья. Так, листья, птичье гнездо или волокна какие-то. Камешек. Возьмем, окей. Так, ну далеко отходить, если честно, не хочется. Яйцо. О, птичье гнездо. Яйцо, кстати. Отлично. Птички, извините, но мне очень нужно ваше гнездо. Так, окей. Чтобы воспользоваться инструментом для розжига, откройте рюкзак, раскройте меню инструмента, выберите «Использовать». Так. Перетащите хворост из рюкзака в ячейку инструмента для розжига. Вот сюда? Ага. Yes! Yes! Так, поджечь. Отлично, у нас есть костер. The fire is burning. Coming. Give me a minute. Ух, никогда еще никакой игре я так долго не разводил костер. What? You seem so calm. I am calm. I don't know how to explain it, but strangely, it feels safer here than there. Oh, I don't know. Jaguars, venomous spiders, and snakes. Let's not forget the scorpions. A mere ant's bite hurts like hell. I am well aware of that. But still, we have a chance to achieve something. Make a difference. At home, all we could have done was be helpless and wait. I prefer the wilderness. Так, ну даже не знаю, как ответить. Давайте ответим, наверное, я люблю тебя. I love you. If I'd have known where my ambition would lead us, if I knew it would put you in danger, I wouldn't have written that damn book. Yeah. And if everyone had that attitude, there would be no scientific progress whatsoever. Don't blame yourself. There might still be time to reverse the whole thing. And I love you too, Carinho. Nonetheless. I'm a bit worried about you meeting the Yabawaka. Everything will be fine. I need to go alone. We already agreed that's the only way. Besides, they don't seem to like you. They don't seem to like outsiders. They shot arrows at a military chopper. Hard to blame them. Since you published your book, they've been under siege by the media, scientists, doctors. The World Health Alliance established a medical camp and probably performed research, violating the tribe's taboos. But I will convince them. I have to. День третий. Ой, погодка испортилась. Обыскать палатку? А что мы должны найти в палатке?
Ой, еда. Не могу ее взять. Так, кстати, мы можем вот так вот драться. Окей. А, записка. Я в деревне. Свяжись со мной по рации, как проснешься. По скриптум. Я оставила тебе подарок. Люблю, Мия. Да, все-таки это не просто напарница наша. Это либо наша жена, либо наша девушка. Подробности пока что неизвестные. Мия, как слышишь? Hello, Mia. Hey, sleepyhead. Finally up. Где ты? Where are you? I should reach the village shortly. Remember, if you see a totem, do not go any farther. Those are clear warnings. I know. I read your book. Well, I was hoping we'd have breakfast together. You surprised me, that's all. Admit it. You thought I forgot your birthday, didn't you? Well, I didn't. Взять подарок? А вот это? Exactly what I wanted. It even has solar batteries. And a macro element scanner. Check yourself to see if you're not missing any. We've been here only a few days, but stress can wear you out. Tell me about it. Удерживайте F, чтобы взглянуть на смарт-вотч и ознакомиться со статусом своих базовых потребностей. Так. Ага, вот мы и видим, чего нам не хватает. Понятно. Стоп, а как? А, мышкой. Смотрите, здесь есть компас. У, координаты. Компас есть. Часы есть. Слушайте, это очень круто. Мне прям вообще дико нравится, как это реализовано. Супер прямо. Найти и съесть что-нибудь питательное. Так, секундочку, я хотел вначале прочитать, здесь новые заметки появились. Воины черепа. Вчера, когда мы сплавлялись по реке, на ее берегу появились таинственные разукрашенные воины. Кто они? Наши друзья, Ябахака, похоже, боятся говорить о них. Вот такие вот разукрашенные, да? Вот эту хочу прочитать, про змей. Да нет, не эту, не могу навестись на... Ту, которая про змей. Ягуар. Крупнейшая кошка на американских континентах. Ее челюсти сильнее львиных, позволяют ей с легкостью прокусить череп жертвы. Охотятся как в лесу, так и в воде. От нее нигде не спрятаться. Охотник племени наткнулся сегодня ночью на ягуара. Бедняге повезло остаться в живых. Вот такие рваные раны остались. Жесть. Так, это мы читали. А, так, да, затерянное племя. Я хочу про змей прочитать, мне очень интересно. Мне вообще здесь очень интересно все. Почему-то не могу. Ну ладно, жалко. Джунгли, это вообще очень интересно. Так, я хотел бы еще раз прочитать, где там говорится про... Вот эти все белки, углеводы и так далее. Что чем помечено. Так, вот, смотрим, значит, жиры. Зеленые это жиры, желтые вот эти это углеводы, красное это мясо. Вот это нужно запомнить, жиры, углеводы, мясо. Так, жиры, мясо, углеводы, вода. Угу. Жиры, мясо, углеводы, вода. Окей. Ну вот съедим, допустим, протеиновый батончик. Так, забираем все, что можно. Пускай будет при нас. Больше нету их. Я бы забрал. Ладно, давайте съедим. Так, вот здесь еда. Неизвестный орех. Разложение 3 дня. Эффекты употребления неизвестны. Яйцо. Разложение 5 дней. Разложение, это значит, что еще 5 дней у меня есть, чтобы его съесть, да? Черт его знает. Давайте съедим... Протеиновый батончик, что ли?
Так, вот, получили мы определенное количество веществ, макроэлементов. Неплохо. Что еще? Еще нужно? Мне интересно, теперь появилось, да, эффекты употребления. Давайте в качестве эксперимента съедим, ну, от яйца мы знаем, что может быть. Вот давайте неизвестный орех. Так, он жиры дает. Хорошо. Но нам бы мясо съесть. Яйцо даст, наверное, белки, но это логично. Ладно, давайте протеиновый батончик еще один. Ну, теперь все идеально. Я отдохнувший и сытый. Well rested and well fed. Perfect. And keep it that way. We need that brain of yours working at peak performance. I'll try to take good care of it. Have you found them yet? See. And as expected, they don't want to talk. They behave as if I am not here. But they haven't driven you away. That's a good sign. You need to convince them that you're one of them. Mm-hmm. Agreed. That seems to be the right course of action. I will sleep on the edge of the village and only eat what I can find. Будь осторожна. Just be careful, please. I will. But if I am to live like them, we can't be talking so often. You're right. They're suspicious of technology. If anything goes wrong, I'll leave the village and get you on the radio. Otherwise, you can assume everything is just fine and there is no need to worry. All right. Let's focus on the goal. I'll be focusing on indexing new plant species. I think I saw a few new specimens around here. Осмотреть пробковую доску. Так. Ну вот. А вот теперь можно вот это прочитать. Ха, понятно, почему не мог прочитать раньше, потому что это сюжетный предмет. Листья табака отлично вытягивают яд из ран, но могут ли они помочь еще от чего-нибудь? Я заметил табак в северной части лагеря. Надо, чтобы найти его, нужно лишь забраться на камень. Там хорошее место для начала. Окей. Так, вот таким вот образом у нас выглядит табак. На севере от лагеря. Окей, где у нас север? Туда. Понятно. Так. Так, как тебя? Подожди. Почему у нас здесь иконка руки, но при этом мачете нету? Вот так поставим тогда, ну-ка. А, вот так. А, ну вот еще одна мачете. Больше мы взять не можем, окей. Ладушки. Что это такое? Неизвестный плод. Возьмем. Так, ребята, мне знаете, что очень интересно, прям критически важно. А как здесь сохраняется прогресс? То есть либо по дням, либо периодически. Так, загрузить. Не могу я сохранить сам. И после загрузки игры, где мы будем появляться? А если мы погибнем, кстати, опять-таки, где мы появимся? Это тоже все хотелось бы узнать. Ну, я, конечно, не собираюсь специально для этого умирать. Но все же. Так, подняться на камень, он сказал. Это куда-то... Ладно, пойдем пока что пройдемся. Так, что у нас там по воде, кстати? А, все отлично. Пить не нужно. Зеленый кокос. Пригодится. Эй, я что? Не могу его в чемодан взять? Что же мне с ним сделать? Уничтожить, поднять.
Если так, кокос. Вот этот можно просто взять. Ага, вон, подняться на камень, понятно. Сейчас я здесь осмотрюсь. Так, лиана. Такое пригодится всегда, это ж веревки. Выживание невероятно важная штука. Великая... А, прям веревка и дается, да. Не лиана, а именно веревка. Так, здесь нужно под ноги смотреть, а то можем на какую-то змею наступить или там паука. Еще что-нибудь. Вот это что за растение? Мачете плюс один. Прокачалось немножко. Лист пальмы. Ой, его можно взять. А. Взять, а не подобрать. Понял, нет. Это нам не надо. Да, только поднять его можно и все. С собой мы его не заберем. Ну, пока что не нужно. Это, может быть, нужно будет, чтобы укрытие какое-то делать. Так, еще лиана. Великолепно. Ага, больше места нету. Окей. Так, что-то я вижу. Орех возьмем. Можно, в принципе, рубить все подряд чисто для того, чтобы прокачивать мачете. Но мы этим будем его портить. Так, это мы видели на картинке, это, по-моему, для повязок. Лист Малинери, а, уже автоматически подобрался, да? Вот эти я не могу взять. А ну-ка. Так, неизвестный плод. Изготовить можно что-то, можно съесть. Вот лист малинерия, небольшая кучка листьев. Их тоже можно съесть, что ли? О, еще вижу эту малинерию. Короче, подорожник местный. Местный подорожник. Еще кокос. Отлично, прям вообще отлично. И еще. Да нет, не рубитый камень. Вот, забирай. Животные кричат, какие-то обезьяны, может, попугаи. Так, я не могу как-то пальму потрясти, чтобы кокосы упали. А если я ее срублю? Так, я только ломаю мачете. Либо для этого топор нужен какой-то, либо вообще их рубить нельзя. Ладно, мне интересно, что тут такое там ярко-зеленое. Грибы какие-то, может? Что-то камешек маленький. Возьмем, пригодится. Еще камешек. Неизвестный гриб. Ну, взять-то мы возьмем. Возьмем все, что только можно. Все, что влазит в рюкзак. Так, где там нам нужно было подняться? Я уже немножко потерялся. А, туда. Интересно, а могу я вот так вот забираться? А ну-ка. А, нет, здесь слишком высоко. То есть на такую высоту уже я не залезу.
Окей. Ну, полезли наверх. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Черт, нехорошо. Можно забрать веревку с собой, нет? Мия, тут такое дело, трос оборвался. Мия, I knew I was supposed to not call, but a line snapped and I fell down a good 30 feet. Just Mia, are you okay? I'm not sure. Hold on. I'll walk away a bit so they can't hear you. Let me know once you have checked yourself. Так, осмотреть свое тело. Удерживайте C, чтобы открыть круговое меню, и выберите «Осмотреть тело». А, вот, смотрите, как еще можно осматриваться, так? Слушайте, к этому придется привыкать, но это круто. Да вроде все в порядке. А, ух, какая рана. Нужно срочно промывать ее чем-то. Одни царапины. It's all right. Nothing's broken. Just scratches and bruises. Nothing to worry about. In the jungle, every scratch can be dangerous. You need to patch everything up. Do you remember how to do it? Не особо. I can't say that I remember. Look for Molineria. It has long leaves without any markings. And is surrounded by yellow flowers. Okay, I'll go look for it. You should have it in your notepad. Call me when you've treated your wound. А у меня уже есть малинария. Так, раздел лечения. Царапина, ссадина, эффекты. Ухудшает физическое состояние. Если не вылечить, может произойти заражение. Известный метод лечения. Повязки позволяют вылечить раны и предотвратить заражение. Повязки, пропитанные обеззараживающим средством, ускоряют лечение. Короче, нам нужно сделать повязку. Вот она, повязка, лист малинерии. Окей, ладно, давайте попробуем создать его. Так. Листовая повязка, изготовить? Ну-ка. Есть, как теперь ее использовать? Изготовить, уничтожить. Нет, а как ее использовать? Чтобы воспользоваться повязкой, выберите пункт «Осмотреть тело» и рюкзак и перетащите предмет на рану. Так, рюкзак. Так, все, подорожник приложили. Готово, перевязка закончена. Here I am, all wrapped up nicely. Does it hurt? Еще как болит. Like hell. Pobrecito mio. Imagine, I am hugging you now. О, как это мило. Mm-hmm. Better? A bit better. Yes, so... How are you doing? I'll be initiated in a few days. I am optimistic. I expect to be treated as one of their own after that. And I should be able to ask some questions then. Some elders are opposed to this, though.
Luckily, Chief Kuini is on my side. Why are they opposed? I think they were divided even before I joined them. The Chief wanted to approach the World Health Alliance peacefully, but a few of the elders insisted on fighting. Now, the Jabahuaca basically have two factions. Sounds dangerous, Mia. Be careful. I'm not in any danger. Told you, I'm optimistic. Jake, please come in. Jake, что-то случилось. I need you here. Jake, please answer me. Mia? What happened? Mia, speak to me. Mia, what the hell's going on over there? Найти Мию. Так, что у нас вообще по состоянию? Все отлично. В рюкзаке у нас сохранилось все это. Так, блин, опять пропала мачете. Какого черта? Найти Мию. Как мы ее найдем? Мы не знаем даже, где она. Так, здесь ничего не появилось нового, полезного. Нет. Режим истории. Вы завершили часть сюжета во время обучения. Полный доступ к сюжетному режиму будет открыт на релизе игры. Green Hell все еще находится в разработке, поэтому часть функции пока недоступна. Команда Creepy Yar надеется, что вы получите удовольствие от игры. Оставляйте ваши отзывы на форуме Steam. Нажмите Space, чтобы продолжить игру в режиме выживания. Записная книжка. Новая запись. Веревка. Веревка — это лиан. Это мы знаем. Слабый факел. Так. А где мы? Мы вообще в неизвестном месте появились, да? Навес. Ёлки, мы... Да вообще все про... Офигеть, зачем я все это собирал? Обидно. Я все это собирал зря. Черт. Это плохо. У нас нет мачете, значит, мы дерево не можем добыть вообще. Да мы ничего не можем добыть. А как же тогда? Уху-ху-ху-ху. Итак, нет, это большой камень. Хотя бы маленький камень взять. А камень затащить какую-то деревяшку, чтобы острие было. И тебе копье будет. Поднять, добыть. А, я из большого камня добыл обычные камни. Вот оно что. Так, цветы нельзя собрать. Каменный нож, смотрите, все это в записной книжке появилось. Окей, отлично, ребята. Будем обязательно выживать теперь, пробовать. В этой серии мы с вами только учились, как что здесь вообще работает. В дальнейшем будем уже выживать, но это будет уже не сегодня, ребята. Мне игра пока что очень нравится. То, что мы увидели сегодня, не знаю, я доволен. Вот эта система с вот этими часами вообще супер. А еще плюс можно переключить на время, на дату. Можно переключить на компас вот такой вот. И даже координаты указаны, смотрите. Ну, как круто это выполнено. Прям вообще, прям супер. Осталось только запомнить горячие клавиши. Посмотреть, по-любому должна быть клавиша, как делать осмотр. Вот этот, допустим, как крафтить, чтобы не заходить каждый раз в меню. Кстати, сама система осмотра тоже довольно прикольная. Искать там ранения и так далее, переломы всякие. Не знаю, мне нравится, ребята. Пока что я очень доволен. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Как обычно, с вами был Зоди. Удачи, друзья. Встретимся в следующей серии. Пока-пока.